Всем привет! С вами Марина из Динамама, и сегодня я расскажу вам про весенний комбинезон для детей марки Лесси. В этой модели 80 грамм утеплителя, производится она в ростовке от 80 до 128 сантиметров, то есть это для детей от года до 8 лет. Так она выглядит крупным планом. Теперь давайте рассмотрим комбинезон подробнее. Капюшон со светоотражателями, по бокам резинки, внутри подкладка флисбендерг. Отстегивается капюшон, манжеты на резинке, внутри флисбендерг и дальше гладкий полиэстер. Два кармана со светоотражателями на липучках. Нижняя часть из усиленного более прочного материала, сформированная линия колена. Светоотражатели, резинка, штрипки тканевые, их можно отстегнуть или отрегулировать по длине с прочной вставкой. Внутри подкладка гладкий полиэстер. Молния с защитной планкой на липучках. Крупная, удобная. Защита подбородка от защемления. Флис на внутренней стороне воротника. И подкладка гладкий полиэстер в теле, рукавах и штанишках. Здесь можно написать имя ребенка, чтобы он свой комбинезон не потерял, например, в садике. Сзади. Капюшон отстегивается, крой рукава реглан, резинка широкая, светоотражающая эмблема Лесси и прочный материал в нижней части комбинезона. Шов задний проклеенный для защиты от влаги. Вот, пожалуй, и все. Спасибо за внимание.